товарищи, категорически предлагаю выпить за эту чудо-юдо рыбу. Я такое ловил на Дальнем Востоке, когда когда-то обслужил. Правда, должен признаться, не на спиннинг. Так снимай меня, так снимай. А я что, уже аккредитован? Да все, у кого снимай, ну все, даже тебя как эксклюзив, давай. А? Вот, вот, поймали рыбу. Держи. Ты не ждал, как... Дурик. Волнуйтесь, не волнуйтесь. Вам очень повезло, что мальчик эту рыбу выбросил. Она похожа на тигровую эту фигу. Чего? Ой. Фугу. Она же красноногая рыба-собака. Ну и что? Так это самая ядовитая рыба во всем Тихом океане. А вы пробовали, да? Нет, вот как раз пробовать ее нельзя. Ну что, садись, я. Вот неплохо плывем. Позволюшечки свои какие-то позволяем. А вот скажите, пожалуйста, товарищ депутат. Савелий Тимофеевич. Да, Савелий Тимофеевич. А вот у нас, я по телевизору видела, помните, показывали, что вот в одном парламенте в каком-то там друг друга стульями вбили и дрались. Вот у нас такое бывает? У нас, во-первых, они крепко прикручены к полу, а во-вторых, про работу не хочу. Не хочу про работу. Что, неужели совсем не дерутся? Ну, я не знаю, как у других, а наша фракция тесно сотрудничает с Федерацией спорта. Спортсмены, в свою очередь, за нас заступаются. Вот. Ну, я и сам, вроде как, в форме могу еще повоевать, а? А давайте со мной вот это вот. Чего пить? Чего? А ну давай, поезд. Я судья, да. Давай. Так, это забирайте. Так, приготовились. Я еще никто не ложил, смотри, никто еще меня не ложил. Давай. Так, линию держать. Так, внимание. Раз, два, три, начали. Ручку. Ребята, лагерь! Не, ну так нечестно, ну Маш! Ну что ты ржешь, нечестно-то? Нечестно, чего? Это стратегия! Давайте еще раз. Стратегия, понимаешь? Давай еще раз. Нет, все, бывает только один раз. Один раз только бывает. Но здоров. Значит так, артисты — это пираты. Они нападают на нашу яхту, которая везет нас на лайнер, который якобы везет нас потом в круиз. Да. У них еще будут фотографии, твоя и Лизина. Но это так, на всякий случай, чтобы поаккуратнее были. Это правильно. Пираты захватывают яхту, высаживают всех на остров, тебя забирают для оплаты выкупа. Господа мужчины, в аэропорт опаздываем. Поехали. Присядем на дорожку. А почему у нас пустые стаканы? А? А я вспомнила. Ты приходила ко мне на сеанс. Вы меня с кем-то перепутали. Разве? Ты еще про Титанию говорила. А видишь, я оказалась права. Ты с мужем отправилась в путешествие. Вы оставьте меня в покое, понятно? Ну что ты? Да ничего. Что-то лайнера не видно. Ну, сейчас часа через 4 выйдем. Ну, там-то, наконец. Будет каюта люкс для нас? Люкс. Маленькая лодчоночка, мы сейчас поразим. Море Тихого океана. Подожди, неудобно. Неудобно, придержи. Давайте за нас. Эй! Вита! Ты где? Эй! Капитан! Эй! Эй, капитан! Артисты. Куда ты лезешь? Фу. Теперь залезай на плот! Женщины первые! Ну аккуратнее, не шатай, не плот, да? Женщины первые, ты женщина! Я первый, понял? Я первый! Все хорошо. Аккуратнее, не шатайте плот, не шатайте! Ну куда вы лезете? Ну подождите! Ну, держитесь за край! Что вы ее толкаете? Правильно, Андрюха, сдай наших! Ты что? Давайте руку! Так, хорошо. Нужны еще бочки! Ну, еще. Дай сюда бочку! Смотри, бабу свою не потеряй! Урод! Не слишком вычурно? Не знаю. Или, может, это лучше? Я правда не знаю, Лиз. Не, ну а кто знает? Ну, значит, позвони в ту фирму и выясни, какой у них дресс-код на лайне. Хорошо. Я не знаю, может, у них на ужин принято только вечерним являться. Ты, кстати, смокинг или костюм взял? Не, я ничего не взял. Нет, ты совсем больной. Я не хочу ехать в круиз с оборванцем. В коем-то веке собрались поехать вместе. Замечательно. Ну, так будь добр, соответствовать. Не надо, пожалуйста, успокойтесь. Пожалуйста. Мы же живы. Мы не утонули, мы могли утонуть. А я предлагаю сделать перекличку. Чтобы что? В армии всегда в экстремальных ситуациях проводят перекличку, чтобы знать, не потерялся ли кто. Пойдешь поищешь, что? Искать, конечно, не пойдем, но будем в курсе. Хорошо. Если это успокоит, первый здесь, второй, третий, четвертая. 7-8, это я и Паша. 9-й. 10-е. Девочки. 12-е. 13-е. Корабль! Ты, капитан, решили меня обмануть? Нисколько. Он меня обманул, Хэ, клянусь. Он сказал, что катер с русскими будет в этом квадрате. Где их катер? Ты что, издеваешься надо мной? И где он? Должен быть здесь. Я сам ничего не понимаю. Но его нет. Его долг заплатишь ты. Надо возвращаться. Я здесь! Эй! Сюда! Ничего. Этот уплыл, другой приплывет. Не приплывет. Здесь нет мореходных путей. Откуда вы знаете? Карту изучил перед отъездом. Что же нам теперь делать? Главное, не впадать в панику. Здесь недалеко есть остров. Надеюсь, течение к нему принесет. К морю? Каким течением? Какой остров? Товарищи, кто хочет выпить? Символически. Так, для согрева. Я не хочу пить. Я не хочу на остров. Я хочу в Москву. Товарищи, а где этот наш-то? Ну, который тот-то? Ну, Детапух. Депутат. Ну, я и говорю, он где-то здесь все время на бочке вертелся, а теперь нет. Как его звать? Савелий Тимофеевич, по-моему. Савелий Тимофеевич! Савелий! Савелий! Куда что подевалось? Тихо, тихо все! Ну что там, а? Все. Теперь нас 12. Остров. Вижу остров. Что остров? Маленький, уютный остров. Я его вижу. Где? Отчетливо вижу. Где? Внутренним зрением. Вижу. Черт. А ты можешь не уезжать? Наечка, ну потерпи еще немного, скоро все будет хорошо. Я тут как на необитаемом острове, я все время одна. На каком острове? О чем ты говоришь? На острове. Я, Сашка и ты. Сашка плачет, по-моему. Точно плачет. Ну что, кто тут проснулся? Кто проснулся? Что ты? Ну что, кто тут кричит? Кто кричит? Слышим тебя, слышим. Что, тоже не хочешь, чтобы папа уезжал, да? Да, я тоже не хочу. Да? Я могу остаться. Прямо сейчас. Но просто первые полгода я проведу в поисках работы. Что толку? Ты все равно не будешь меня видеть. Дело ведь не только во мне. Есть еще Сашенька. Сашенька, вот он какой. Молодец, Сашенька. Все, я побежал, все. Иди к маме. Все, давай. Ты мне все время снишься. Тебя так не хватает. Ну, ты же понимаешь, тебе очень сложно. Да, я понимаю. А может быть, наоборот, все слишком просто? Перекличка! Рассчитаемся! Первый! Вторая! Третья! Четвертый, пятый! Шестой! Седьмой! Восьмой, девятый! Десятый! Одиннадцатый! Двенадцатый! 13-й! Не утопился. Ха, явился, титапут. Жив. Ну что, испугались? А я живой. Живой. Несмотря ни на чьи старания. А мы вас уже похоронили. А вот это не дождетесь. А ведь это наш, который тот. Дитапут. Эх вы, уплыли, оставили, бросили меня. Ну вы что, Савелий Тимофеевич, вы просто пропали. А мы вас звали, кричали. Ладно, проехали. Ничего страшного не произошло. Вот придурок. Мы еще за него волновались. Вы все стали участниками заговора против меня. Они подкупили капитана. И вот вам результат. Кто они? Как кто? Мои политические противники. Выборы на носу. Выборы. Значит, мы здесь потому, что это все заговор против вас? А против кого? Против вас, конечно. Против кого ж еще? А можно подумать, вы здесь один такой ценный кадр. А вы кто? В смысле? Ну, по профессии кто? Я предприниматель, индивидуальный. О, вот и сиди, не кашляй. А ты? Фермер. Ну вот, против тебя могут сделать заговор только коровы. У нас были куры и гуси. Ну извини, тогда куры. А против меня политические противники. На самом деле они специально меня заманили в этот круиз. А вы уж здесь попались до кучи. Так что, извиняйте, если что не так, но такова правда. А, ну, конечно, всех остальных здесь на помойке нашли. Компания Коморина. О! Ну, вот тот он. Лиз, перестань. Ничего, пускай понимают. Хочу пить. Я тоже хочу. Хочу. Надо идти вглубь острова. Зачем? Как зачем? Там должна быть пресная вода. Кому она еще что должна? Успокойтесь, Савелий Тимофеевич. Слава Богу. Все в целости и сохранности. Интересное дело. Пришли на мой остров, и мне еще рот затыкаете. Что значит на ваш остров? Конечно, мой. А что, какой что? Остров мой. Он был необитаем, я его нашел. Значит, по всем законам остров мой. Что ты? Ага, ага, вот ты, ага. А нет, пожалуйста, не жалко. Можете пользоваться. Welcome. А мы что, на необитаемом острове? На острове, но необитаемом. Я думаю, идти нужно туда. А почему вы считаете, что пресная вода там, а, например, не там? Потому что там больше деревьев, он склон горы. А это явные признаки, что вода там должна быть. Господи, я как чувствовала, что не надо было ехать. Зачем же поехали? Сын подарок сделал. Отказаться не могли, вот и поехали. А мне подарок сделал внук. Чё ж, вы своим третьим глазом не увидели, что в дерьмо попадете? Я не в дерьме, я на острове. В одном журнале было написано, что надо принимать свою судьбу такой, какая она есть. Даже если она тебе не очень нравится. В каком журнале? Здоровье? Ты рот-то хоть прикрывай, когда кашляешь. Простите, пожалуйста. Простите. Да перестань ты мучить свою зажигалку. Лиза, отойди в сторонку. Солнце не видно. Отойти? А так видно? Видно. Боже мой, ага. Вы гений. Да что вы. У нас в армии такое делать. Каждый прапорщик может. Я знаю, как мы можем спастись. А мы уже спаслись. Извините, а вы как чувствуете? Мы вернемся? Не знаю. Не знаете. Надо же. Вы же умеете видеть. А тебе-то откуда знать? Ты же у меня никогда не была. Да все очень просто. Главное действовать. Мы с помощью этих же очков разожжем на берегу несколько костров. И к гадалке ходить не надо, а? Это вам не буки веди. Дров стать надо много, чтоб на всю ночь хватило. Тогда в любой момент Нас может заметить самолет и говорить пароход. Бесполезно это все. Никто за нами не приплывет и не прилетит. Знаешь, я не знаю, какие вы карты там смотрели. Я знаю одно. Если что-то сильно захотеть, обязательно получится. Жюль Верн. Дети капитана Гранта. Москвы нет. Что? Я не вижу нас в Москве. А, у нас ферма была во Владимирской области. Мы все останемся здесь. Да типу нам на язык. Извините. Эй, ты чего сидишь-то? Пошли. Вот. Стихию победили. А ты лететь боялся. Прими. Спасибо. С этим не страшно. А вы так со страхом боретесь? Со скукой. И с тоской. Коморин, самый умный, не работаешь. А что, если это действительно было все подстроено? Что подстроено? Все подстроено. Круиз этот, крушение катера. Он думает, что из-за него, на самом деле, не из-за него. А из-за кого? Из-за тебя, например. Кто-то сильно захотел присвоить хорошо налаженный бизнес. Я даже знаю, кто бы это мог быть. Ну и кто? Кто-кто? Ген, твой Быков, кто же еще? Это же он оформлял наше путешествие. Он знал, что мы отправляемся в круиз вдвоем. Что наследников нет. Никто претендовать не станет. Может, мы с тобой целое новое направление откроем? А что, сейчас подкупим островков и будем туда-сюда туры гонять? А? Не, ну, звучит красиво. Островков подкупим. Гена, а что, если вдруг, ну, что-то не так пойдет, а? Что не так пойдет? Ну, что-нибудь капитан твой напутает, например. Понимаешь, артисты не то сыграют. Кто что напутает? Даны четкие инструкции, все заряжено. Ну вот напутали. Остался я на острове. А ты, получается, сюда, на мое место. Дурак, что ли? Че дурак-то? Я просто варианты рассматриваю. Да это вообще не вариант. Твоя жена единственный владелец фирмы, а ты наследник. Ну вот нет наследника, и что? Нажрался, что ли, совсем? А то, что у тебя еще есть один наследник, ты об этом забыл? Гена, сукин сын, оказался прав. замечательные путешествия. Даже возвращаться не хочется.